Всем привет, ребята! Всем привет! Вы на канале Леди Лео, и сегодня у нас в гостях Раиль Арсланов. Сегодня мы на мой канал снимаем рубрику, которую ведет Арслан на своем канале. Ну ладно. Сейчас мы будем подходить к людям, и они будут называть абсолютно любые песни, и мы будем петь. Но для еще большего интереса мы придумали челлендж. Кто больше всего споет песен из тех, что нам назовут, вот здесь будет счетчик где-то справа-слева, тот и выигрывает. Вот такой вот у нас небольшой баттл. Голосуйте, как вы думаете, кто победит, ставьте лайки и поехали. Погнали. По-любому он выиграет, потому что он знает больше песен. Да, я прям знаю все песни. Сейчас будут молодежь всякая, молодые песни всякие. Да, а я старперский всякий знаю. Да, да. Че, я один три допою, что ли? Девочки, стойте. Остановитесь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы вы нам сказали, какую нам песню спеть, и мы вам ее споем. Любимого артиста назвать, да. Там, перебрать. Три варианта какие-то. И сидите. Только на русском. Не, ну ладно. На русском, на русском. На русском? А я пока сыграю. Сидись. А я могу повыть, потому что я сколько знаете? Нет, русскую. Да. Нет. Давайте А есть еще? Ну давай. Очень сложный припев. Зато такой еще интересненький, да. Своеобразный. Все. Так, а мне можно? Да. Спасибо. А мне можно на английском? Что-то известного. Что у нас это будет? Максим. Могу Максим. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его. И не сломай, что мне нести, вдоль ночных дорог пепел любви в руках сбив, ноги в кровь, пусть его теперь в твоих глазах, не потеряй его. И не сломай! Спасибо, девочки! Спасибо! Пока! Привет, привет! Давайте, ребята! Да, смотри, мы записываем видео. Споем. Давай, да, называй давайте любимого артиста. Любимого-то нет, давайте «Добро, юность», может быть. Они что, себя знают. Я уже надоело оно. Да, можем зачем? Поставим нам всю, соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра, это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра, это юность моя, это юность моя. Круто, вчетвером мы спели. Вы теперь офигенно на канале. Да. Спасибо, да. Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает меня. Ты вспомнишь, или меня ласкаешь. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. После только после песни. Все, пока. Девчонки, мы записываем видео. Можете с нами чуть-чуть, 30 секунд, вы называете любимого артиста или песню? Вообще ничего сложного. И мы поем. Мы торопимся. Ну мы тоже, если мы уезжаем в Казань уже. Давайте быстренько, 30 секунд. Да. Итак, что у нас требуется? Любимого артиста назвать. Да, песенку. Да? Давай. Не, ну ты в кадре просто постой, ничего. У меня просто нет любимого артиста. Ну тогда перечисляй, кого слушала. Я никого не знаю, последний. Никого не слушаю. Ну ладно. Да, можно вы поете? Я его, слушаю, его не люблю. Молодцы, ну, хотя бы это. Время. А надо песню просто сказать, какую нам спеть. Вы просто очень-очень подходите нам под кадр. Мы споем для вас. Мы споем для вас. Балерина, сто пудов. Стойте, ребята, стойте, нам нужно назвать песню. Назвать песню, мы поем. Отвернуться никак или, не получится. А, любимый артист да. Лучше. Цой. Цой. Так. Время перемен. Давай.
Нифига. Пока я текст не знаю. Перемен требуют наши сердца. Подпевайте, ребята. Перемен. Погнали. Требуют наши глаза. В нашем смехе, в наших слезах и пульсации. Мы ждем перемен. Третий канал Леди Лео. Именно музыканты и Леди Лео, да. Друзья, можете на секундочку поучаствовать в видео. Нужно назвать песню, которую мы можем для вас спеть. А любую, да? Исполнитель. Да, исполнителя можно. Ариана Гранде. А попроще по-русски. Саундтрек из «Папиных дочек». А что там? Подожди, ну-ка. Ва-ра-па-па-па-па-па. Это «Папины дочки». Это «Папины дочки». Все, я больше ничего не знаю. Но это «Папины дочки». А что еще есть? Необычный закон. Сейчас я тема разговора. Сейчас я. Кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя? Я не люблю, я каждый жест, каждый взгляд твой души. Берегу твой голос в сердце моем. Звучит звеня, нет, никогда я тебя полюбить не смогу, ведь ты люби, ты всегда люби себя. Люблю себя. Блин, это мы что, по эстественным пошли этим, как его, сериал? Максим Нежность. Максим Нежность. Какая нежность на зеркала, на-на-на-на. На школьном платье. А какой? Школьном. А больше не забыть. Это лето, лето по щекам. Будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно больше не забыть. Это лето, лето по щекам. Будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Крутёк! Нифига мы с вами! Я по гитару. Круто, пожалуйста, что вас отвлекаем. Можно вам песню спеть? Нет? А просто вы, а какую хотите? Какая вам нравится? Давайте пятую симфонию. Какую? Пятую симфонию. Симфонию? А есть чуть попроще? Нет. Нет? Блин, ну ладно тогда. Спасибо. Пятую симфонию попросили его, представляете, что пятую симфонию, ну тогда извините, говорит, нормально? Сыграли нам. Стоять, видос давайте снимем. Значит, надо назвать песню. Назвать песню? Да. Можно и платно, мы не против. Не, бесплатно, конечно. Любую песню? Да, а мы, у нас батл, мы должны, значит, исполнить для вас. Вы просто такие смешные, бегайте друг за другом. Они геи просто. Ну, почему страшного? Просто? Ничего просто не очень не просто. Бывает. Вообще, блин, офигенный телефон, нифига себе. Я мечтала о таком с детства. Видели? Видели? Он даже, кто-то оценил. Он даже с этой, с пленочкой, понял? Давай, вообще? Ну, тоже... Чувак, чувак, вообще красавец. Спасибо, спасибо. Можно просто Дон Кордон. Похож, кстати. Амфибия Кровосток, считается? Ё-моё, а еще чуть попроще. И третий, последний вариант, чтобы закруглиться. Что все знаем вместе. Не, иншпиль. Проще я будет. Я не знаю, просто иншпиль. Я сам будто себя наказал этим непониманием. Здесь для тоски релицами будет знать, что ты желатель, ты чей-то бой. Я скоротать не что велела судьба, негодяйка, сам под одного. Гитара не удалось танцевать. Ра-па-па. Да? Хочешь? Долой мегаполиса блеск. Мне подавай мой дом, где среди гор реки до дерева треск. Друзья разводили костер, это любовь. Долго ли протяну я без тебя, моя отчизна? Ком благодовому яблоку, как вспомню кадры жизни. Не было грязи на мази, с миру до темна. Бегали, били колени, радовались доброму стол на время. Верни меня туда, где беззаботными мы были. Дай мне насладиться, где улыбок непочатый край. На черно-белых фото дети, школьная пара. Любили жизнь с ночи до утра. Ра-па-па-па-пам, ра-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ра-па-пам-пам-пам. Привет! Привет! Как тебя зовут? Виталий. Ты чё, дурак? Ну ладно, мы любим дураков. Давай, песня какую? Давай.
Какую? Какую? Давай. Мне спеть или Раиру кому-нибудь? А я могу попивать? Ты, конечно. Русскую? Давай, русскую. Давай, районы, кварталы. Давай. Поехали. Так, ты в своей давай. А, давай. Yeah. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю налегке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Ага. Есть? Есть. Спасибо. Девчонки, можно с вами видео снять для YouTube? Вы просто песню называете, денег не требуем. У нас просто YouTube поем. Канал на YouTube. Хорошо. Кого вы слушаете вообще, артиста? Все. Все слушают? А выбирайте любую. Сия. А, ну старайтесь русские. У тебя Сия нету в репертуаре? А, Сия? Тогда русские какие-нибудь. Старайтесь. А давайте Пугачёва «Позови меня с тобой». Хорошо. Я не знаю, как ли она попробует. Зови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты. Снова силу. Спасибо, что помогли. Я как раз забыла. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Пипец у тебя. Это слухачка, что ли? Ты абсолютно слух? Я не знала, как это играть. Тебе вообще даже аккорды не нужны. На ходу подберешь. У меня стресс, когда у меня сразу начинает. Получается. Мы снимаем, короче, ролик для Ютуба. Денег не требуем. Называйте любимого артиста. Просто надо песенку назвать, да. Артиста любимого? Да, да. Можно и так. Давай. У нас батл. Кто больше песен знает? Я тоже, кстати, певец. Правда? Да. Это видно. Втроем бабахнем. Да, это видно. Да, сразу это видно. Мы с тобой едем в Джиганате сегодня. Ну, ты была спереди, а я сзади. Ну, ты что, забыла? Ну, давай Джордж Майкл. Не, русский. А, русский, да. Я пока еще не перешел на... Каких ты самых простых, да? Ну, можешь, да, кто резко. Мне на английском можешь что-нибудь из классики английской. Не знаю, а сестры вы знаешь? Я знаю. Я знаю. Давай, бой. С тобой, зажигая звезды, с тобой, знаю, что непросто, с тобой, рано или поздно, с тобой, всегда с тобой. Неожиданно, конечно, with ты вспомнил. Wanna be together with you, wanna stay forever. Так, а тебе? А, или все? А кто ты один, да? Не, ну мы типа к людям. Я здесь понял. Она выиграла, но ты типа. Ты же не человек, ты певец. Ты же не человек, мы же я к людям. Я не человек, да? Ты певец. Шучу, я шучу. Канал Леди Лео. На моем или на него? Давайте хоть найдем. Давай. Ребят, можно вас отвлечь на 30 секунд? У нас видео записывается на YouTube. Канал есть на миллион подписчиков. Называйте любимый исполнителя, мы поем. Все. Давайте. Кого слушаете, да, просто. Давайте, давайте. Из русских. Из русских. А что можно сыграть на гитаре? Да, да не обязательно, может, совпадет. Я знаю, что сейчас это популярно. Да, ну давай еще что-нибудь. Три попытки. Еще первый был, второй, третий. Ну, нервы, допустим. Батареи нервы, знаешь? Так, мой прокуренный гость, твои теплые губы. Нам так нравится мертвых, нам не нравятся клубы. Но, конечно, уверенно забери мое сердце. Его хватит надолго, чтобы согреться. Недовольны прохожие, что мы ярко одеты. Я бы дал им по роже, но сейчас не до этого.
такая красивая, словно мне это снится. Это только сейчас, это не повторится. Плакали, плакали, батареи, трубы, а целуют, целуют твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда. Блин, вы такую песню вспомнили, которую реально ни за один выпуск еще не пел. Спасибо, классно. Спасибо. Канал «Хижина музыканта», хорошо? Давайте, пока. Ютуб-канал. Назвать нужно песню. Назвать. Что мы спели. Кто-нибудь из нас. У нас батл просто. Кто больше песен знает? Кого слушаете там? Артисты, может? Ну, Californication, может? Только русских. Русских, да. Хорошая песня. Офигенная, блин. Аккорды вспомнил. А еще из Нойза что-нибудь. Легче, может, выдыхай? Да, давай. Давай. Мы можем вместе спеть. Затянись мной последний раз, ткни меня мордой в стекло, дави меня тушиною стресс, буду дымить на зло. Больно фильтр грязным бурым пятном, все, что мне от тебя останется. Урна мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится. Никогда меня вряд ли раскурят на бис. Шанс, если есть, то один из ста. Тебе травиться никотином моим. Тебе грязь под моими смолами. Выдыхай скорее мой последний дым. Закрывай окно, это холодно. Выдыхай скорее. Мою душу наружу ей тесно. Твои крепки так мало места. Крепки так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Все, спасибо вам за участие. Спасибо. Давайте, пока. Спасибо вам. Вот снимает, для тебя танцует. Толкаем речь, заключительная речь, друзья. Подписывайтесь на Раиля. Нет, еще раз. Саня лучше всех. Нет, да, нет. Не надо подписываться. Ни в коем случае. Нет, надо подписываться. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Раиля. Он был сегодня четкий пацан. Спасибо тебе большое. В описании есть ссылочка. Он, между прочим, холостой парень, девочки, да, если что. Вот. Показал, как девчонки нужно снимать рубрику. Если вам понравилось, больше таких рубрик у меня на канале. Это его рубрика. Подходите, это пикап с гитарой. Там много интересного. На миллионы просмотров, между прочим. Надеюсь, это видео тоже наберет. Давайте постараемся. Для этого нужно поставить лайк, написать любой комментарий, кто вам понравился, какая песня, и подписаться на канал Леди Лео. Будет сколько лайков? Тысяч. Сколько тысяч лайков так, нужно, чтобы... Тысяч. Мало. Мало? Ну, ладно, давайте, ребят, наберем 20 тысяч лайков, снимем продолжение в Москве, да, этой рубрики. И напишите, получилось ли у меня рубрика Раиля. Вот. Всем goodbye. Он пока. как, знаете, как человек, который давно на Ютубе, он обучает молодых ютуберов уже, как говорится, снимать видосы, понимаешь? Все, всем пока. Спасибо. Пока. Все.